Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Артистку спасли врачи. Перед торжественной церемонией в Кремле, где должен был присутствовать Борис Ельцин, Клара Новикова лишилась части уха. Артистка рассказала, что виновником трагедии был ее пес, кокер-спаниель Патрик. Примечательно, что Ельцин собирался вручить Новиковой звание заслуженной артистке РФ, поэтому присутствие Клары на мероприятии было обязательным. Накануне церемонии юмористка принимала участие в концерте, который состоялся в Театре эстрады. По завершении представления телезвезда выпила немного шампанского, а затем отправилась домой. Как только Новикова открыла входную дверь, ей навстречу выбежал любимый питомец с тапками в зубах. Клара нагнулась, чтобы поблагодарить животное, и неожиданно ее ухо пронзила адская боль. Я хватаюсь за ухо и вижу, что кусок моего же уха лежит на ковре. Он откусил мне мочку, вспомнила артистка. В панике она начала звонить врачам. Медработники приказали знаменитости положить ухо в лед, а самой ехать в институт Склифосовского. Новикова послушалась совета и отправилась в учреждение. Там ей пришили мочку и наложили повязку, пишет собеседник. Теперь перед телезвездой стояла другая проблема, как идти в Кремль с перевязанным ухом. К счастью, выход из ситуации нашелся. Подруга-портниха Клары за ночь шила ей белую блузку со специальным платком-капюшоном. В итоге Новикова попала на церемонию и под любопытные взгляды окружающих получила свою награду. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!